По сути, Турция, как основной зачинщик и вдохновитель азербайджанской агрессии против народа Карабаха, и сегодня продолжает вести пагубную для региона политику. Это вынуждает международное сообщество задействовать все возможные рычаги, чтобы принудить Турцию к воздержанию от любых действий, которые могут еще более обострить напряженность. Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зон Нагорно-Карабахского конфликта и Южного Кавказа в целом. Пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков, террористов из зоны. Напротив, есть достоверная информация о планах Азербайджана расширить географию распространения боевиков-террористов и наемников и переселить их в оккупированные районы Арцаха.